Так а мы же вроде решили в конце июля созвониться, я помню. Не-не-не-не. Мы же, я помню, мы договаривались в конце июля созвониться с вами. Ну, через неделю, так или иначе. Ну, спасибо. До свидания. Что-то Илья, короче, конкретно стормозил. Непонятно, зачем я взял столько рублей. 23 мая? Ты всегда, когда ты видишь телефон с буквой М, ты знаешь, что это обменка? Ты до сегодняшнего дня тут знал? Да, мне вовремя. Так ты бы спросил, а у вас телефон менялся, что ли, по гарантии? И человек ответил, да, у него документы есть. А так мы вообще отказались. Мне что, блядь, заявка нужна, чтобы вы ездили, блядь, и получали за них деньги, что ли, только? Ну, нет, как бы. Не отказывайте, нахуй не нужно постоянно. Тем более ты сам говоришь, что ты это знал. Блять, Никитос, ты посмотришь новость? Нет, я хочу ее опубликовать, чтобы... Смотрю. Я просто не могу тебе ссылку кинуть, потому что некуда кидать. А, Илья написал. Что я? Я просто переписку читал, что тебе типа, и это, что... Если бумага, то коробка не нужна. Поменяй, Зак. А что это, наверное... Сейчас, с чего ты вообще? Не, я просто переписку читаю сейчас. А ты с чего это вообще делал? Ну, не знаю. Я подумал, бумага есть. Где ты в кого переписку видишь? В нашей. Сейчас. Первый раз вообще. Как эти две вещи вообще могут быть связаны? Ну, я что-то не думал, что коробка, ну, зачем она нужна, типа? Так это комплект, у тебя есть документ о замене. Коробка всегда нужна, блядь. Мы за нее не просто штуку накидываем. Я-то увидел, что это обменка. Не, я просто понимаю то, что типа есть. Стали известны характеристики. Принадлежит к этой коробке. Нет. Если есть документ, то она принадлежит к этой коробке, потому что документ есть. У него есть и мои старые, и новые. А теперь у нас нету, блядь, на старой коробке. Все. Уехал. Непонятно, зачем осталось у этого чувака. Даже, хорошо, даже не в этом дело. Ты за нее все равно заплатил, нахуя ты ее оставил? Ты же в магазин приходишь за хлебом и за молоком, платишь за хлеб и за молоко, не забираешь же только одно, что ли? А чеки не нужны? Все нужно, все! Вообще все, что есть от телефона, чеки, если, блядь, ну, если все, что тебе человек отдает, блядь, чехлы, блядь, я говорю, хоть пленки пусть отдает. Опубликую, Никитос! Тем более коробка, это, блядь, самая важная часть комплекта, все остальное можно выкинуть нахуй, блядь, а это реально нужно. Я тебя не отражаешь. Это второе по поражаемости за сегодняшний день, блядь. Первое, это то, что ты пришел, блядь, меня нет, посетил и ушел. Да, вот как раз хотел же, чтобы вот это на руки отдать. Чтобы... Зачем? Ну, если какие-то вопросы... Так ты бы, я бы тебе написал. Ты бы мог в крайнем случае спросить у меня, спросить у Вова, спросить, что делать-то, блядь. Я бы тебе точно не сказал, что не идти с телефоном в руках. Ну, за счет 2 AirPods принес. Да, я понял. Давай. Я ни разу не вижу, что AirPods рисковал. Я даже не представляю. Так что? Да.
Алина ушла? Да, есть, а часы, но она, если отвяжет, ну, точнее, когда отвяжет, напишет. Так, потому что там это вообще ее поможет. 7400. 28. Состояние можно пробивать по комплекту 4, слушай. Типа экран комплект? Вообще в идеале. Комплект только наушники. Распакованный. Что там экран в идеале? Экран в идеале, а по корпусу есть две подсветки. Там 40-50 же. Не-не, 40-40. Ну, задал ему 40. Я писал 40 вроде. Там он просто показал, я не успел. Помню это. Что, Дарик понял? Нет, не меньше, сильнее, чем поеду. А Дарик купил? Угу. Так, еще восьмерка, да? Ну, это еще сегодня будет. Это все сегодня будет, да. За 10 человек купил. За что скинул фирмочку? Так что тут? Ну, видишь, такой чуть поебанный, короче. Думаю, что, ну, нормальный, типа, это. Шел на контакт, я думаю, как сказать. Ну, ты можешь ему объяснить, что он у нас спрашивает, если он что-то не понимает, он же пиздец коробку оставил на флагу, и реально оставил. Блин, это я же сказал. Так спросить-то, почему я... Нет, так он за нее заплатил. Заплатил, но он, бля, это как реально за хлеб с молоком прийти купить. И то оплатить, забрать, чтобы купить. Да, такое, конечно. Там две всего вещи было. Работаем, да? Ну да. Ну он ее перезагружал, тут все нормально, в принципе, он отправил. Gravity.
Это про что, Никитос? Да она, блядь, в Турции все пыталась вспомнить. Говорила какая-то кожа, блядь, что типа слезает. В каком-то романе было, блядь. И никто не мог понять и не верил ей, что, блядь, вообще такое выражение существует. Даже я даже не слышал эту хуйню. Никитос, нужна новость. Он анонсировал первый телефон с выезжающей селфи-камерой. Это неправда. Вот на Верджи. Их первый телефон, но, блядь, это не первый телефон. Ну, свой первый телефон, да. Для Хонора. Семь минут. Пять минут. Помнишь, как я профессионализм? Того, как время восстановлено ваши настройки? В моем случае? В вашем случае. Да. Андрей, а хочешь, чтобы ты будильник добавил? Сам идет. И посмотреть. Кто? Чувак в сердце. Сколько будет стоить бессрочное размещение? Он прям так и мечтает, что ты уже добавил 20 и 25. Блядь. Подарок судьбы, Миша. Ага. Так вот, твой друг, он пришел. Ну ты послушай. Во-первых, где, кстати, Вадимовский телефон? Вместе с Вадимом. Ну, типа, я ему спросил, во сколько офис, он сказал, мне не надо в офис, чтобы мне написали. А он не знает, что если у него телефон, я знаю, как, что на телефон, правильно?
Блин, я что-то не знаю, не подумал. Хочешь, я приду, еще приду. Ну, сейчас он когда придет? Он завтра, что ли? Ну, там какой-то вообще. Какая разница? Ну, и что, Какой-то... Пришел человек. В офис. Сел. Меня нет. Подождал меня 20 минут. И ушел. Ничего не оставил. Вань? Ты родился? Алёша. Меня Лёха зовут, что ли? Да, тебя Лёша зовут. Я тебя услышал. Демьян. Святослав. Святогор. Ебашу упор. За Андрюху и айфон. Ебашу упор. Это просто пиздец. Эпичный фрейл. Ты проверил, потому что дерьмо, когда он взял? Нет. Ты про что, Лен? Ну блин, я с iPad это делал, извини, мне просто чтобы на видео, что, ну как бы, сделал новость, запостил. Сейчас я поменяю через 3 минуты. Китайские вообще, блин. Вот полоски, блин, появляются и исчезают, блин, мелкие такие. Бля, я их не вижу все равно. Бля, ты не видишь, зато я вижу, а значит и другие будут видеть, блин. Вот полоски появляются, блин. Бля, почему, сука, у меня окружает один долбоёб, блин, это же пиздец вообще, блин. И сколько уже отдавал за? Я ничего вообще не отдавал. Я обижу. Давай сбей. Не, у меня нет больше времени, но iPad. Все, нахуй, закончилось. Если будет вопрос про деньги, я скажу, что это не ко мне вопрос. А кому-то нет? Я его скажу, не забирал. Вот, Now, obviously, these dummy models only paint part of the picture. We still don't know how Apple is going to utilize these cameras. So while it's highly likely that the third camera is going to be a professional live variety, you can't really say for sure because we don't know the marketing details. We don't know how Apple is going to present this technology in September. А, блядь, это вот эта вот важная фотка, здесь типа показана единственный раз, который образец есть. По-моему, одна фотка там еще есть. Я вообще на туре, потому что все кончены. Там просто во времени. Я за него тут не делаю ничего вообще. Телефон на ремонт, который где? Ты забрал? Он вообще собран там все? Да, он все собранный, но он типа... Он включается? Нет. Как нет? Он сказал, все, типа, ничего. В смысле нет, он включен?